Перед просмотром данного видеоролика рекомендую подписаться на канал Мастер Читер. Канал, по идее, недавно открылся, но на нем уже очень много подписчиков. Если подпишетесь именно на канал, то вы поможете продолжению именно этого канала. Здесь уже очень много разных видео про Майнкрафт в Activision, такие как обзор модов, обзор текстур паков, прохождение карты и выживание в Майнкрафте в Activision. Поэтому, как вы знаете, ссылка на канал, как всегда, будет в описании. Всем привет! С вами StevPro, и сегодня я покажу вам аддон Toolbox для Майнкрафта Pocket Edition. Этот аддон вы можете установить как аддон, а можете установить как программу для Майнкрафта Pocket Edition. Да, это так. Ну что ж, после установки этого аддона в вашем мире появляется в главном меню новая кнопка. И с помощью этой кнопки вы сможете установить, во-первых, текстуры, да, как на ПК-версии Майнкрафта, во-вторых, можете изменять интерфейс или размер кнопок. Ну, я не знаю, что сейчас произошло, но почему-то наш Toolbox перезапустился, и, походу, спускаться он больше не хочет. Ну что ж, давайте сейчас я специально нажал на кнопку выхода, потому что я думал, наш Toolbox завис, но не так было. Так, ждем. Ну что ж, нажимаем кнопку Play и давайте дойдем в совершенно обычный мир. И после установки этого аддона, как я сказал, у вас появляется кнопка M в верхнем левом углу. Да, здесь очень много коров, и всех этих коров мы можем удалить с помощью именно этого мода. Для этого нам придется нажать на кнопку Kill и выбрать всех мобов. Да, и как видите, все коровы попали, а это с помощью вот этого аддона. Либо аддон, либо мод, я не знаю, как еще назвать, но это все же дополнение для Майнкрафта по Extreme, которого вы можете найти рецепт любого блока, а также добавлять любой блок в свой инвентарь. Да, как это не звучало, но это так. Вас можно даже добавить блок портала. И у вас добавляется вот такой прекрасный интерфейс, прекрасное меню вашего игрока, которую вы можете настроить. Также вот здесь есть глобальные настройки, где можно настроить полет, перейти из режима выживания в креатив или обратно, или телепортнуться, к примеру, в ад. Ну что ж, давайте, наверное, останемся в аду, потому что мне, по идее, ад нравится. Ну, я не знаю, как вам, но ад мне и правда нравится. Что ж, вы можете также себя убить, вот, или дать себе жизни, что-то типа того, или повысить жизнь, вообще много сделать. Ну, я, наверное, ладно, давайте все-таки телепортнемся обратно, потому что эти звуки меня маленько раздражают. Так, да, вот мы телепортнулись обратно в мою карту. Так, и что же, здесь мы можем также выбрать скорость игры, то есть ее скорость мы можем сделать просто бешеной. Да, с этой функцией мы можем снять даже прикольное видео. Скелет, ты маленький пенек, уйди. Нет, нас все-таки убили, но вы знаете, что со мной бывает такое часто. Поэтому давайте, наверное, выключим сейчас погоду. Погоду. Вот. Также можно дать себе эффект, после чего убрать эти эффекты. Здесь все эффекты. И выбрать сможете с помощью такого красивого меню. Также вы можете отправить любого моба тоже с помощью вот такого красивого меню, которое дает нам вот этот аддон. Ну и по идее, здесь больше ничего интересного нет. Но я не прав, здесь, по идее, очень много чего интересного. Ну, к примеру, вот эта функция меня просто удивляет, потому что наше Солнце, наша Луна двигается очень быстро, и это сразу заметно. Ну, что же вы можете здесь делать, а вы можете также очаровывать вещи на любой эффект, это и вправду так. Это просто прекрасный аддон. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.